Всем привет! Сегодня неделя пребывания Шербота в Белгороде Днестровском на воде. За эту неделю мы познакомились с техсменом Виталием, Сергеем. Получили вот такой замечательный подарок от Евгения. Такой вот компас. Найдем ему место в Питере. Научились не только готовить кофе, чай и простую еду на Шерботе, но и спать вот в такую качку. Несколько дней уже на лимане шторм, дождь. Ну, в общем, начинаем привыкать спать в любую погоду и вообще находиться на борту. Также за это время прошло открытие выставки. Спасибо всем ребятам, кто побывал на выставке. Также мы провели 3 дня совместной работы с гостями города и горожанами по созданию скульптуры из металлолома. Но из-за дождей мы не сможем проводить перформансы, поэтому мы перенесем их на неделю. Судя по прогнозу, через неделю не будет ни дождей, ни ветра. И мы продолжим работу. Ну, сейчас традиционный утренний кофе. Печенюшками на борту. Так как полочек пока нет, то на ночь мы все собираем в раковине, чтобы не разлеталось. Здесь будет предусмотрено несколько крючков для чашек с ушками, турки, ну и всего, что имеет отверстие. С этой стороны будет предусмотрен вот пока саморезы, но будет предусмотрен тоже С этой стороны будут предусмотрены крючки, пока закручены саморезы, а будет планочка с крючками для одежды. Ну, вот подкачивают. Не знаю, сильно, не сильно. Боцман пока спит. В этой собаке уже было за эту неделю, можно сказать, все. Ожидание эвакуатора, погрузка лодки, поездка в Белгород-Днестровский. Ночевали на территории завода, ночевали на борту несколько раз, купались в соленом лимане. Вот. София вывалилась в грязи. В общем, скажем так, делала все, что хочет и как хочет. Так, ну, в общем, продолжаем
готовить кофе. Нам подарили вот такой замечательный кофе. Это подарок от нашего друга Уты Кильтер, которая также побывала у нас в гостях. Эту работу подарил мне Лёша с нашего цеха. Отличная работа. Отличная работа. Один из лучших экспонатов во всей этой выставке. Thank you.
Так, уважаемые гости, будьте любезны, мы отправляемся в выставочный зал, то, с чего мы начинаем обычно наше представление художника. Что, привозите? Всем здравствуйте! Заранее всем спасибо, что пришли. Мне очень приятно видеть местных жителей. Я просто, чтобы... Проходите, пожалуйста, да. Я как директор музея рада вас приветствовать. У нас очень много сегодня гостей, те, которые первый раз, допустим, пришли к нам в музей. Поэтому я рада всех приветствовать, и мне бы хотелось сказать тем, кто сегодня пришел в первый раз, мы всегда рады видеть наших старых друзей, наших новых гостей и новых, я надеюсь, друзей, которые станут друзьями для нашего музея, потому что очень многие традиции, которые были започаткованы вот нашими сотрудниками музея, они сегодня продолжаются, они сегодня востребованы, и они сегодня, можно так сказать, актуальны. Ну вот сегодня мы презентуем очень необычную для нашего музея выставку одесского скульптора Кирилла Максименко. Очень яркого и самобытного художника, который работает в очень модном на сегодняшний момент тренде современного искусства, это в трэш-арте. Само вообще понятие и сам термин трэш-арт, это в переводе с английского означает мусор и искусство. И вот он очень многие художники говорят, если Кирилл не обидится, что это мусорное, в кавычках, искусство. Почему? Потому что это искусство, которое создается действительно из того, что человек сегодня выбросил. Старую машину, старые шестеренки, старые стиральные машины или швейные машины, какие-то запчасти, то есть то, что уже у человека непригодно для его обитания. И вот умение в этих старых шестеренках, в старых поломанных вилках и ложках, а Кирилл у нас будет варить эти шедевры вот в процессе этой, не этой выставки, а вот в течение этой недели, и видеть в этом какой-то тюльпанчик, какую-то птичку, да, вот, это действительно восхитительно и достаточно как бы нетрадиционно. И сегодня Кирилл Марченко... Как раз вот такой неординарный и очень яркий человек. В Одессе сегодня его работы выставлены на улицах, в скверах, а его знаменитый бык, который по греческим легендам похитил Европу и привез к Зевсу, стоит на острове Крит.
прогрессивностью. Это диалог художника с обществом. Диалог, который художник, в результате которого художник хочет рассказать о том, что мы с вами прежде всего должны беречь окружающую среду и прежде всего уметь эту среду защитить. И вот вы знаете, насколько сегодня очень популярно вот это мусорное искусство, так оно и есть, да, что даже во многих странах организовываются музеи мусора, и называются они МУФ-МУФ. Поэтому мы рады приветствовать вас сегодня здесь. Наслаждайтесь. Нетрадиционно, может быть, оценивать работу художника. Он так видит этот, вот то, что вот перед нами сегодня. И, наверное, вот после общения здесь, в выставочном зале, мы с вами потом перейдем во двор, и художник вот проочию покажет нам, как из ничего сделать прекрасный арт-объект. Поэтому я сегодня его поздравляю с этой выставкой, потому что хотя он у нас и у Ожегова был, когда у нас была выставка «Акерманский эксклюзив», его несколько работ были представлены, но сегодня вот такая персональная выставка, и мы очень рады будем, если наши горожане, они придут и посмотрят то, что интересно, то, чего у нас никогда еще пока в музее не было. Поэтому я сейчас хочу поздравить предоставить ему слово. Он предоставит слово у Никиты, он ее специально вез из Одессы, что можно я скажу? Он вез специально Уду Кильтер, мое имя, извините, пожалуйста, I'm bisschen deutsche Name habe ich, але я українка. Він мене навмисно сюди привіз, бо існує, по-перше, текст, він вже в інтернеті десь є, присвячений його творчості. Я перехожу на русский, в общем, подивимо язык. Я є арт-критик. Моя профессия – это социальная функция искусства. Ибо современное искусство, оно не говорит о красоте, наслаждайтесь. Нет, именно искусство позволяет себе, потому что оно не конкретно, сказать о наболевших каких-то проблемах. И когда Кирилл, свои меня спрашивали, где он этим занимается, в своем гараже он разрезает машины, из них клеит, он из них варит объекты. На меня произвела вот посвященная мне, там даже мое имя значится. Я проработала 27 лет на государственном телевидении и создавала единственную в Украине передачу, посвященную современному искусству, привозя образцы в основном из Германии, Австрии и Голландии. И немножко из Англии. Нет, это не существенно. Это действительно трэш-арт. Вы произвели на меня впечатление тем, что спасибо. Знаете, что это трэш-арт. У нас все знают, что это такое. Почему здесь все? А потому что они... Момент, можно я закончу? Позвольте мне закончить. Нет проблем. И вот эти вот штуковины, которые, они должны доминировать. Потому что посредством них начался этот проект. Кирилл сварил объект тапок, ибо у вас в городе производят тапки. В этом городе хоть что-то производят. Тапки. Замечательно. И вот колодки – это очень важно. Это очень важно. Здесь оно должно доминировать в экспозиции. Хотя оно вызывает неприязнь. Эти ноги, какие-то искусственные ноги, они очень неприятны. Они очень неприятны. О чем идет речь? Речь идет о том, что слишком много мусора. Мы производим слишком много мусора. Мусор не перерабатывается в нашей стране. Увы, это экологическая проблема. Вот мы сейчас подъезжали к Затока, да? Затока, залив, да? Мы подъезжали. Там просто эти ребята. Мы с этим как-то не умеем обращаться. И, но то, что он...
трансформировать в существа. Это существа. Это существа. То есть они что-то говорят нам, что-то производят, что-то еще не доделывают, и в этом достоинство его работы. И в моей стране он едва ли не единственный, я вас хочу посвятить в это, художник, который работает именно в направлении трэш-арт. Он единственный. Я вам скажу больше. Город Одесса, они такие все, новые провинциалы, гнусные. Его выставки в Одессе еще нет. В Одессе услышали, что будет здесь у вас выставка, и говорят, а когда в Одессе, когда в Одессе? Когда вы захотите. То есть для этого нужно тоже иметь определенный уровень развития собственного, чтобы понять. Насладиться этой выставкой нельзя и не надо. Не дай Бог, если вы думаете наслаждаться. Просто смотрите, во что мы превращены, во что превращен мир вокруг нас. И больше ничего, для этого существует современного искусства. Не наслаждаться, но немножко переживать. Я за это его очень благодарю. Тебе спасибо. А еще мой умный текст повесьте где-нибудь, пришли им, пусть эти повесят, пусть я расскажу. Я хотел бы сказать, что в большом счете мы ничего кроме мусора не производим, потому что все, что мы производим, все равно отправляется в мусор. И мне кажется, чем более мы развиваемся, тем больше мусора мы производим. Сегодня, я бы хотел поблагодарить в первую очередь работников музея и горожан. То, что, на самом деле я волнуюсь, переживаю. Я не люблю выставки, и выставки были очень давно в Одессе, и это первая выставка за последних лет 6, наверное. Потому что на выставку в Одессе приходят одни и те же люди и с одной и той же целью. Или поздороваться, или выпить вина, или еще чего-то. А здесь все пришли посмотреть то, что никогда не видели, и мало того, я постараюсь дать вам возможность в течение недели поучаствовать со мной в создании арт-объекта, который останется в этом городе. Каждый из вас может подойти и приварить свою деталь. Может привезти свою деталь, если у кого-то есть. В общем. И к чему прибавить? Мы там начнем сегодня. Вы прогуляетесь, посмотрите, у вас возникнут какие-то мысли. Будем пытаться говорить. Мы хотели бы, чтобы у нас есть действительно и новые друзья, и новые гости. Но я хотела бы предоставить вам слово Светлане Анатольевне. Она начальник отдела культуры. Она на всех выставках у нас бывает, поэтому она как раз спасибо. Может... Вы не предупреждали, что слово дадите? Да. Кирилла, я имела счастье познакомиться пару месяцев назад, и мы говорили о том, что надо бы действительно сделать в городе, потому что у нас не только тапки производятся, но есть у нас и рыба, и хотелось бы, да, вот такую. Я думаю, что все-таки город к этому придет, и Кирилл сделает что-то интересное. И вот Кирилл сказал, что действительно он не любит выставки, и когда мы сюда зашли сегодня, это непривычно, и ты понимаешь, что на самом деле это не выставка. Потому что это непривычно для музея, это действительно экологический проект, как мы и анонсировали, и правильнее, наверное, чтобы вот такие работы, они были не на выставке, а чтобы они жили на улицах. Жили на улицах, и люди, проходя мимо них, напоминали себе о том мире, в котором мы живем, в котором действительно много мусора, и о том, что нужно об этом думать, заботиться, как это утилизировать, как это сделать интересными объектами в нашей стране, в нашем городе и в каждом городе Украины. Я вот недавно на майские праздники была у дочки, и я видела, что к этому уже пришел Киев, где за деньги городского бюджета, или может быть это просто тоже такие вот как Кирилл, люди, которые делают от души и выставляют фигуры, просто на набережной выставляются вот такие объекты. И это прекрасно, и ты идешь, ты видишь это, и действительно думаешь о том, что нужно, наверное, немножечко в жизни
относиться к нашему миру бережнее и думать о том, что мы оставим потомкам. Поэтому я поздравляю наш город, что в течение недели здесь будет вот такое живое общение, потому что запланированы встречи и со школьниками, и со студентами, и надеемся, что многих наших жителей тоже это привлечет, и они придут со своими детальками и приварят, и сделают какую-то интересную скульптуру. Будем ждать итога. Спасибо. Действительно акцентировать, вот Светлана тоже сказала, акцентировать на то, что мы действительно пригласили на целое до следующей субботы и воскресенья, пригласили и горожан на субботу-воскресенье, взрослые люди, которые могут прийти и поучаствовать вот в таком мастер-классе. Мы пригласили детей как из разных школ, так и детей, которые, может быть, социально сегодня не активны вот, в жизни города. И была у нас такая, такая искрометная мысль для того, чтобы вот нам Кирилл помог сделать в музее вот как начало вот такому очень красивому и для города посылу, сделать какую-то вот скульптуру для музея. Мы даже придумали уже сегодня и название этой скульптуры, и она уже в идее есть, мы надеемся, что сварить мы ее сварим. Сегодня, допустим, с теми, кто мы общаемся, Центр культуры и досуга у нас тут же выступил опять-таки со своей идеей. Они хотят сделать себе для города возле Дворца культуры свою скульптуру. То есть, если мы в музее начнем вот такую акцию, то я думаю, что и горожане, и те, кто владеют собственными приватными монетками, они смогут и себе что-то заказать. И вот этим мы с вами вот общими усилиями украсим наш музей вот такой неординарной, совершенно антивандальной, потому что мы у Кирилла спрашивали, но у нас тоже еще что-то такое. Но вот он нас уверил, что антивандальные скульптуры будут однозначны. И если музей станет вот инициатором и сможет вот сделать такую акцию, то я думаю, что мы с вами, вы то, что в историю вошли уже точно, а в историю музея войдем и мы. Поэтому мы рады сегодня вот такому открытию. Какой-то буклет большой не мешало бы издать? Просто с работами. У нас сегодня весь интернет и весь городской сайт заполнен только Кириллом. Нет, я просто говорю, на сегодняшний момент мы его настолько вот пропиарили. То есть мы хотим, чтобы в город и в музей пришли люди, которые озадачатся тем, что оставляем мы после себя. Если вы не посмотрел кто-то еще вот эту выставку, значит, пожалуйста, мы приглашаем посмотреть ее. А затем мы пойдем во двор и попробуем. Игорь Александрович, вы хотите два слова сказать? И, пожалуйста, на подиум. И пойдем попробуем сварить скульптуру для города. Именно по достоинству экологический проект радует одно, немного правда такое ощущение у меня. Это или радость, или не радость, что возможно даже к большому сожалению у нас очень много, не только я думаю, в нашем городе, материалов для вашей работы. И я хочу акцентировать внимание именно на том, что пускай лучше в городе стоят вот такие вот скульптуры, нежели мусор как мусор, а именно культурный слой, который мы закладываем, его было по городу как можно меньше. Поэтому всем огромное спасибо, что пришли на выставку. Вам огромное спасибо, Кирилл, что вы посетили наш город с таким замечательным проектом. Спасибо. И мы всех гостей,
во двор, вот поучаствовать в изготовлении скульптуры, или пообщаться со скульптором вот здесь, вот пока в музее, на выставке. Вот. Что вы с этим делаете? Вы дарите, что не пробовали аукцион и купили гравюру, чтобы устроить? Начать делать дерево, которое мы доварим 6 июня. И это дерево мы усеем листьями и жимностью. Брить не будем, начинать из... Из остатков выхлопных систем. В принципе, то, что мы будем делать, это практически безопасно. Если смотреть на расстояние через солнцезащитные очки, это вообще будет идеально. Yeah.
Thank you.